участвовали раньше в таких торжествах. Они осведомлены. Ну хорошо. Там. Храма Пресвятой Богородицы. И это ваш тоже праздник теперь, да? Вы знаете, что храм у вас будет в честь Покрова Пресвятой Богородицы. И был такой святой преподобно-мученик Самон. Наш русский святой, но жил он на Валааме. И был убит шведами, когда шведы напали на Валаам. Остров Валаам, знаете, в Ладожском озере. Да, там сейчас замечательный, очень красивый монастырь. И монастырь был разграблен и убитый. И он входил, 20 монахов было убито. Они именно прославлены как преподобно-мученики, то есть монахи-мученики. Они не отреклись от веры, потому что шведы кто были? Католики, да? А что католики хотели? Чтобы насадить католическую веру. Вот почему Александр Невский воевал с немцами и шведами, а с монголо-татарами он что? Он договаривался. Почему? Знаете? А потому что монголо-татары не мешали и не притесняли веру православную. А шведы и немцы шли, чтобы насадить католическую веру. Понятно, да? Вот как защищал Александр Невский веру православную. Вот я благодарю Николая Ивановича. Вот за его такое, что он тоже берет на себя такой подвиг, именно что строит здесь храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы и преподобного мученика Самона Малаамского, чтобы мы хотя бы вспоминали, что мы с вами люди православные, да? Крещенные. Вы крещенные? Да. Крещенные, да. Кто исповедуется, кто из вас? Видите, сколько людей никто не исповедуется, да? Причащается, не причащается. Понимаете, вот это плохо. А мы с вами должны, как люди православные, да, исповедоваться, причащаться. Богу молитесь? Ну вот утром читаете молитву? Да. Утром спать хочется, да? Ну, вечером читаете. Евангелие читаете хотя бы? Евангелие. Ну, кто читает? Руку поднимите. Вот видите, три человека из всей нашей компании честной. Вот. А мы, как люди православные, должны и в храм ходить, да? Но у вас храма нет, вы можете сказать, что у нас храма нет. Но на самом деле сейчас, конечно, это проблема. Куда-то поехать, то маршрутки не ходят, да, то еще что-нибудь. Вот. И теперь у вас будет храм свой, Бог даст. Дождемся. Вот, Бог даст, да. А вы должны не только смотреть и сказать: Коля, ты строй, а мы будем смотреть, да? Вот так. Получается в основном так. Большую часть. Ага, ну построил хорошо, но не построил, посмеемся тогда. Вот он задумал строить, ничего не построил. Ох, он такой секой, да? Дорогие мои, а вы должны этого хотеть. Хотя бы словом и мыслью не осуждать Николая. Вот он храм строит. Вот он, смотри, какой молитвенник. Да он для вас храм строит. Он прежде всего для спасения своей души. Как мы жили, мы все жили не очень хорошо, да? Но мы к Богу приходим, чтобы нашу жизнь изменить к лучшему. Вот я особенно не расстраивает, когда начинают осуждать президента, что он храм. Вот он храм ходит, ставит со свечой. Начальников наших. Да них, слава Богу, он храм пришел. Для чего он пришел? Чтобы себя к лучшему изменить. Так же? Вот, потому что никто из нас, праведников, с нас нет никого. Правда же, да? Никого нет. На кого не покажи пальцем, все мы грешные люди. Да и показывать не надо. Вот прежде всего на себя надо показать. Поэтому для чего мы храм приходим и строим, чтобы нам измениться к лучшему, жизнь свою. Просить прежде всего что? Какая у нас самая сейчас большая беда? Какая? Сквернословием. Матом ругаемся. О, особенно вот, ну ладно, как-то еще раньше так, ой, мужчина ругается, это неприятно. Но когда женщина, мать ругается матом, да на своих детей ругается матом. Знаете, что такое мат? Это молитва к кому? К бесу. Вот что мы, вот запомните об этом. Особенно у селян это, и сейчас в городе тоже, ругаются матом даже дети вот такие. Вот надо запомнить, что надо прежде всего для чистоты своей души надо прекратить ругаться матом, сквернословить. Вы помните, что мы своими словами загрязняем свою душу. С чего грех начинается? Со слова, с мыслью. Вот. Вот поэтому нам в первую очередь надо прекратить ругаться, что матом. Да? Запомнили все?
Вот и не ругайтесь, особенно вот вам, дорогие мои кадеты, это к вам, вы молодые люди. Никогда доблественно все нормальные люди, сильные, себя уважающие матом, никогда не ругались. Они всегда очень уважительно относились к своему сопернику даже. Вот. Никогда его не обзывали кем как-то, а очень уважительно относились. И вот нам надо это запомнить. Это первое. И, конечно, что у нас в селе? Это пьянство процветающее, да, естественно, да. Значит, надо молиться за то, чтобы наши близкие прекратили этот грех винопития такой, да, распространенный. Другие, измена супругам, сожительство, да, как называют сегодня гражданский брак. Это сожительство. Это грех сожительства. Гражданский брак, это вот, знаете, что такое гражданский брак? Есть церковный брак, есть гражданский. Гражданский брак, это когда люди заключают свой союз. Вот вы смеетесь, да, на самом деле вот так, вот молодые женщины, да, вот так, да. На самом деле это так, вы послушайте, что это такое. Вот. А это очень серьезно все. Потому что когда мужчина думает, что он не женатый в гражданском, в таком браке, в сожительстве, а женщина думает, что она замужем. Вот. И ничего хорошего не получается, потому что никто никому ничего не должен. Детей не хотят, имущество ничего не хотят. Гражданский брак – это когда заключается союз в государственном учреждении, в ЗАГСе. А церковный брак – это когда он заключается, где освящается церковью. Вот. Вот вы очень внимательно к этому отнеситесь, потому что от этого одно зависит наше счастье. Потому что женщина, она прежде всего, она мать и хочет, чтобы было счастье. От нее очень много зависит, женщина, вот как она себя поведет. Вот тут большинство женщин стоит. Вот так, да? Вот. Вот, дорогие мои, вот для чего этот храм строится, да, для вас прежде всего. И вы должны в этом участвовать, хотя бы добрым словом и доброй мыслью. Да помоги рабу Божию Николаю этот храм достроить. Он же отрывает от себя это все, правда же? От себя отрывается, вот так. Да. Так что вот вы не осуждать его должны, потому что это чувствуется, когда осуждается человека. А должны ему словом и делом вот так помогать, добрым словом. Вот понятно вам всем? Простите, если кого-то чем-то так вот сказал, вот, очень неприятно, но это так, это жизнь наша, да? Вот, если мы не будем этого придерживаться, заповеди Божьих, в нашей жизни ничего хорошего не будет. Мы это с вами видим. Нарушаем заповеди, обманываем, и нас кто-нибудь обманет, да? Обижаем ли кого? Обижаем. Значит, и нас когда-нибудь кто-нибудь обидит. А? Унижаем кого-нибудь? Унижаем. Значит, нас кто-нибудь когда-нибудь унизит. Вот. Господь так и сказал. Взявший меч от меча и погибнет. Вот. Ну, я рад приветствовать главу. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Царю небесный, утешителю души истины и живи, и вся исполняй сокровища благих и жизни подателю, приди, вселися в ны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наши. Отче наш, велики на небесах, да святой слава, Отца и Сына и Святого Духа. Господи, святой Дух мой, я задель саду от меня и уподоблен снисходящим в рог. Твое со время золото милости. Господу помолимся. Господи, помилуй. И благословением Своим небесным благословите. Господу помолимся. Господи, помилуй. Ое же благословите доброе сие намерение и дело рабов Твоих, всех дел непрестоящих и молящихся. Господу помолимся. Господи, Духа подати. Господу помолимся. Господи, помилуй. Вся нам благословен ряды во имя Господне. И ныне пресно и во веки веков. Аминь. Боже, Отец наш, творяй пресно с нами по Твоей кротости, не оставь милость Твою от нас. Святаго Духа, аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь.
Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи Боже, Отец наших, ему же излияние елея, я же излияй, и Яков на камень его же поставив столб. И дом Божий на рече благоугодно и приятно бысть. Призри, молимтеся, ныне милостивно елейся, и небесным твоим благословением благослови, и освети его, и дашь ему силу, благодатью Пресвятаго твоего Духа, во еже быти все тем, славы твоей помазуемы свяще, освященно, и благословенно, и тебе благоугодно, и приятно было, щедротами единородного Сына твоего, с ним же благословенный, сии со пресвятым и благим, и животворящим твоих, твоим духом ныне присно и во веки веков. Благослови и дело рук их поспеши, и вся потребная к сооружению и к совершению храма сего твоим божественным промыслом изобильно умножи, якуда и будет храм совершен и полн твоей славы, и в нем прославится пресвятое и великолепое имя со Отцем и Пресвятым Духом, благословенно сущий всегда ныне присно и во веки веков. И священные воды сия, непоколебимое основание храма созидаемого во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Благословляется как Бога и Спаса нашего Иисуса Христа в честь и память преблагословенная Владычица нашей Богородица и Преснодевы Марии в честь честного покрову ия и святаго преподобного мученика Самона Валаамского во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. В благословенном камене основать из себе церковь, сам твоя, твоих тебе приносящих. Воздвижение к твоему словословию зиждемого храма, в честь и память преблагословенной славной Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы, в честь славного я покрова и преподобного, святого преподобного мученика Самона Валаамского, и милостиво при множеством твоих небесных земных благ воздашь. Всем же к сооружению и совершению церкви сия помощь творящим телесное здравие, душевное спасение даруй. Делать или укрепи, не вредны, от всякого зла соблюдая. Основание же сия неразоримо и непозыблемо соблюди, и храм твой сей в совершении скоро приведи. Яко да в нем непрестанно всехвальными песнями, словословиями, бескровными жертвами славим и воспеваем Тя, единого истинного Бога нашего, Тебе бы подобает всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Святаго имени Твоего, нами, недостойными рабы Твоими, основалыси, молим у Тебя смиренно, колено душевное жертвы Пресвятаго тела и честной крови Христа Твоего в славу Твою и в спасение душ наших создатися, и як уже храм, сица и жертвенник сей, начало ныне приемля, в совершение спешно Твоей божественной силой приведи, да в нем и на нем, даже до кончания века словословия Твоего, Пресвятаго имени и бескровные Твои словесные жертвы, от православных людей твоих и пресвятым и благим и животворящим твоим духом ныне и присно и во веки веков. Творцем си, Господи, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Валаамского, святого блаженного Андрея Христа ради Еродивга, святого праведного Федора Ушакова, их же и память ныне совершаем. Святых и праведных Бога, Отец и Акима, Анны и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Многое лето, многое лето, многое лето, многое лето, многое лето. Наше поколение молодое, поздравляю вас с сегодняшним совершением закладка в основании храма камня. Так, на этом камне этот храм строится будет, да? А Господь говорит, что я созижу церковь
и врата адова ее никогда не одолеют. Да? То есть зло никогда добро не одолеет. Поэтому, а кто упадет на этот камень, как говорит Господь, то есть он подразумевает себя, тот разобьется. А на кого этот камень упадет, того он придавит. Я не хочу, чтобы из вас кто-то подвергся такой участи. Я хочу, чтобы вы все были счастливыми и свою жизнь строили на основании вот такого твердого камня. А камень есть у нас, наша вера в Господа нашего Иисуса Христа. Уважаемый Николай, вам помощь, молитесь перед ним. А когда будет храм построен, пусть эта икона займет достойное место здесь, в этом храме. На что мы с Божьей помощью и... Вообще-то престольное это станет стишан. И мы всю дорогу смотрели, наш район смотрел, это Нехайский район. Ну, смотрели, что там не идет ни реконструкция, ничего. И Поклоновке, на моей родине, там открыт молельный дом. Ну, а храм в округе очень мало. Построили в районе при Игоре Михайловиче 3 таких больших. Вот посоветовали и решили, что надо построить храм. Но думали, что так просто все это. Оказывается, не так это все просто. Ну и начали, несколько раз ездили в епархию с Игорем Михайловичем, встречались с владыкой Елисеем, нашли общий язык, получили устное благословение. Ну а сегодня такой знаменательный день, когда все освящено, мы продолжаем строить. Думаю, в этом году до карниза дойдем, ну а на следующий год уже займемся крышей. Я думаю, что так и будет. Поэтому останавливаться мы на этом не будем. Будем строить, пока есть возможность, пока тепло. Не только для жителей нашего города, а для соседних хуторян. Поэтому это дело общее. Общее. Ну вот сегодня я вижу, что люди уже частично осознали, что это такое происходит. Какую-то ответственность на себе возьмут. Вчера на престольном празднике был у нас престольный праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Вчера озвучил я, что коллективно будем строить. Но поддержали люди. И здесь, и трапезничали, когда сказали, что будем поддерживать, будем помогать. Поэтому я думаю, всем миром так и построим. Игорь Михайлович помогает. Организовывал встречи эти все, поездки в епархию. Поэтому при поддержке. Ну, Алексеевский район, это в прошлом область войска Донского, Хабёрский округ, его территория. Станица Алексеевская, окружной станицы первой была данного округа. Земля казачья, соответственно, казаки без веры жить не могли. Но после советской власти практически все храмы на территории района были разрушены. Мы поддерживаем наших жителей в строительстве новых храмов, в восстановлении старых. Вот сегодня мы на знаменательном событии в хуторе Самошинском начато строительство и произведена сегодня закладка камня. Я думаю, что в ближайшие несколько лет, как уже было сказано, при поддержке сельхозтоваропроизводителей и местных жителей данный храм будет построен. Ну и самое главное, чтобы было наполнено содержанием, а я думаю, что здесь приход будет восстановлен. Тем более здесь у нас казачий кадетский корпус, воспитываются молодые казачата, которые также будут посещать данный храм и привыкать и
православной нашей вере.